الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Во имя Аллаха милостивого, милосердного. О люди, делайте то, что приказал вам ваш Господь, и не делайте того, что Он вам запретил делать. Бойтесь Его наказания в день воскресения, когда отец ничем не поможет своему сыну, и сын ничем не поможет своему отцу. Это день, который Аллах обещал. Поистине, обещание Всевышнего – истина и непременно сбудется. Пусть не обольщают вас услады земной жизни и ее соблазны. И не забудьте готовиться к предопределенному Аллахом дню. Пусть не обманывает вас обольщение и искушение сатаны, и пусть он не собьет вас с прямого пути Всевышнего и не отвратит вас от повиновения ему. Поистине, только у Аллаха видение о судном часе. Никто, кроме него, не знает о нем. Всевышний низводит дождь в предопределенное им время и знает, что в утробах плод мужского рода или женского, совершенный или несовершенный. Ни одна душа, добрая или злая, не знает, что она завтра приобретет из добра или зла, и не знает, что с ней случится, беда или счастье. Ни одна душа не знает, в какой земле она умрет. Поистине, Господь ваш, знающий, ведающий о всякой вещи и сокровенном, но никто не знает его тайны. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: к числу тяжких грехов относится многобожие, проявление непочтительности по отношению к родителям, убийство и ложная клятва. Именем Аллаха, милостивого, милосердного. Мы даровали Лукману мудрость, знание, верную речь и сказали ему: благодари Всевышнего за те блага, которые Он тебе даровал. Тот, кто благодарит Аллаха за его блага, делает благо себе, а тот, кто не благодарит Аллаха за его блага, то Аллах ведь не нуждается в его благодарности. Он заслуживает хвалы, даже если никто не прославляет его. Расскажи своему народу, как Лукман, увещевая своего сына, дал ему совет: «О сын мой, не поклоняйся никому наряду с Аллахом. Поистине, многобожие – великий грех, ибо ставит того, кто заслуживает поклонения, наравне с тем, кто этого не заслуживает. И мы завещали человеку быть добрым к своим родителям и заботиться о них, особенно о матери, ибо мать носит его в своей утробе. Ее слабость увеличивается по мере того, как растет ребенок, и она отлучает его от груди только через 2 года. Мы повелели: благодари меня и своих родителей. Ко мне все вернутся для расчета и воздаяния. А если твои родители вынуждают тебя поверить в многобожье, то не повинуйся им. Окружай их в этом мире добром, хорошим ласковым отношением, заботой и благом, а следуй путем тех, кто обратился ко мне, уверовав в единобожие. Ко мне вы все будете возвращены. Тогда я вам скажу то, что вы творили, добро или зло, чтобы воздать вам за это. Лукман сказал своему сыну: «О, сынок мой, добро и зло
как бы малы они не были, даже весом с горчичное зерно, будет ли это скрыто в скале или в небесах, или в земле, Аллах выведет наружу и воздаст за это. Поистине, Аллах мудр и всеведущ. Ничто не скрыто от Него, даже самые тонкие дела, и Он знает истину о всех вещах. О сын мой, совершай обрядовую молитву, зови к добру, удерживая от зла и терпи трудности. Следует беречь и следовать тому, что Аллах привел в своих заповедях. О сын мой, не криви лицо перед людьми высокомерно и не ходи по земле горделиво. Поистине, Аллах не любит хвастливых гордецов. Соразмеряй свою походку, не ходи ни слишком быстро, ни слишком медленно, и понижай свой голос, ведь самый худший и самый неприятный из голосов – голос ослов, ибо рев осла начинается с неприятного всхлипа и кончается отвратительным криком. والعيش ما يلزم إن كان بهذا الله.